ағалар от кешкендер, ақ тәндерін моршалап оқ тескендер, армысыздар ағалар ардагерлер, арысын алған жылдары от кешкендер, қасіретін көзбен көрген жалғанның көкірегінде мәңгілікке қалғанмын, алдарыңызда бас еміз тағзым ғып, соғысында қан кешкендер ауғанның. Құрметті жерлестер, бүгінгі ешкімде ұмытылған жоқ атты концерттік бағдарламамызға ауған соғысына қатысып елге аман сау келген сарбаздар қатысады. Қош келдіңіздер дейміз. Просим всех стоя поприветствовать воинов-интернационалистов Денисовского района. Наша программа посвящается воинам-интернационалистам. 15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на территории данной страны с 25 декабря 1979 года и действовали на стороне правительства Демократической Республики Афганистан. Алдарыңызда болашақ квартеті Ауғанстан әнімен қарсы алыңыздар. Сардабын ұмыту мүмкін емес. Оның қиындығы санамен өшер емес.
Ауған соғысының табиғаты да тарихта өзгеше. Ол уақытта 18 бен 20-ның арасындағы өрімдей жастар, бас аяғы 22 мың қазақстандық және өзге азаматтар мамыражай тіршілік етіп жатқан кезде бөтен елде өздерінің ел алдындағы борышын өтеді. Соғыс деген қаралы ұғым. Ауған соғысында мерт болғандар мен ардагерлердің алдында қашанда бас иеміз. Ауған соғысына ксро құрамына 22 мың қазақстандық қатысты. 2238 күнге созылған соғыста 924 қазақстандық мерт болып, 1015 жауынгер мүгедек болып қайтты, және 21 адам хабар ошарсыз кетті. Ровно 31 год отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский солдат покинул землю Афганистана, где исполняли интернациональный долг простые советские парни. Эта война в далекой стране коснулась многих наших соотечественников. Именно этот день стал днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. Құттықтау сөз Денис ауданы әкімінің орынбасары Кәкімжан Нұрлыбек Қайратұлына беріледі. Құрметті қатысушылар, бүгін Ауғанстаннан әскерді шығару күніне арналған іс-шарамызда сіздерді көруге қуаныштымыз. Біздің отанымыз бен халқымыздың бейбітшілігі мен тәуелсіздігі үшін ерлікпен шайқасқан ата-бабаларымыз арқасында біз бүгін сіздердің арқаларыңызда біз бүгін сіздердің арқаларыңызда біз бүгін балаларымызды немелер тәуелсіздік пен бостандықта өмір сүреміз және Қазақстан халқының игілігі үшін бағытталған барлық бастамаларда өзіміз жүзеге асыра аламыз. Война очень страшное слово. Оно страшнее еще тем, что бывает и в мирное время, когда молодое государство. К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на территориях других стран. Многим война сломала. Сегодня значимая дата. 31 год. День вывода войск из Афганистана. Поздравляю всех, кто вернулся к нашей памяти. Выполняя свой долг, наши земляки рисковали своей жизнью ради нашего мирного будущего. Мы никогда не забудем имена тех, кто не вернулся с Афганистана. И ежегодно будем благодарить тех, кто, пройдя страшные события тех дней, сегодня находится рядом с нами. В настоящее время в Казахстане в мире и согласии под открытым мирным небом проживают представители более 120 этносов, объединенных более чем 40 конфессий. Все это благодаря нашему отважному старшему поколению. Сіздің ерлігіңіз бен батылдығыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге мықты денсаулық, жан тыныштығы мен моральдық тұрақтылықты тілейміз. Сіздердің мейірімді және қайырымды өміріңіз үшін өмір сізге туған туысқандарыңызға, жақындарыңызға сүйіспеншілік пен қамқорлығын жақын сәттер мен қуанышты болғандар мәңгілік танық пен мәңгілік естелікте қалады. Большое спасибо за ваш героизм, проявленный на полях сражения Афганистана. Сегодня мы со дня вывода войск из Афганистана. Спасибо вам за ваш героизм. Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. В районе живут и трудятся ребята 80-х, воины-интернационалисты, которые прошли дорогами войны, выполнив свой долг. Абдрахманов Куаныш Маратулы. Дворников Юрий Петрович. Ахмет Болат Жағапарулы. Дробышев Владимир Александрович. Каюмов Эдуард Ахтямович. Және Есмағамбет Түлеген Сәбитулы. Крылов Вениамин Александрович. Жакупов Жумабек Базылханулы. Каськовецкий Игорь Васильевич. Атантаев Ахылбек Нурмухамбетулы. Мальчевский Николай Иванович. Марченко Сергей Владимирович. Павлов Владимир Николаевич. Плакида Юрий Анатольевич. Серга Сергей Владимирович. Сергеев Владимир Львович. Сушко Виктор Григорьевич. Сущевский Николай Васильевич. Фомин Анатолий Владимирович. Шаймарадан Хайдар Аштаевич. Ясючение Владимир Николаевич. Воины-интернационалисты, мы рады видеть вас сегодня в зале. Құрметті ардагерлер, мерекелеріңіз құтты болсын.
жанрыз бағым, сенде туып тыныстадым. Жолы қуып бабамның тұлпар мені туыстадым. Өмірді бол отандым, бала шаққа бет алдым. Ел қорғаған сарбаз болып ел ұланы атандым. Юландар ауға қырам құстай салпа, туған елді қорға сарбаздар. Сақта ақта салтына сақтасын даңқым, тұлаш жайдың жарқын сарбаздар. Айбынды елім бар мені, туған отан төрін қымбат. Сарбаз жүрек жерін жырылап, аттанарда әскерге қалды солу болып болғап. Аналар мен қымбатты тағынысы балы болшы кезеңдейдің күн жақсы. Ей ұланлар ауға қырам құстай салма, туған елді қорға сарбаздар. Сақта ақта салтына сақтасын даңқым, келешегім жарқын. Дүниедегі жарқын сарбаздар. Сақта ата салтына сақтасын даңқын, келешегі жарқын сарбаздар. Ай мұнды елім бар мені, ей ұландар ауға қырам құстай салма, туған жерді қорға сарбаздар. Сақта ата салтына сақтасын даңқын, келешегі жарқын сарбаздар. Айбынды елім бар мені, айбынды елім бар мені. Наша программа посвящена событиям, ставшим историей, о которых мы обязаны помнить. Обязаны помнить о тех наших современниках, прошедших огненные версты войны. В мирное, казалось бы, время, которые живут среди нас сегодня, и о тех, кого нет. Солдаты и офицеры, наши соотечественники, продолжая традиции отцов и дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, выполняя свой долг и воинскую присягу. Как дань уважения и почтения к воинам-интернационалистам, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся. Но не дожил до сегодняшнего дня. Пусть для всех их наша минута молчания станет минутой памяти. Просим почтить минутой молчания Обухова Сергея, Кадамбаева Табыла, Каськовецкого Григория, Липатова Сергея, Продан Виктора. Кадамбаева Гүлнәр Төлебайқызы. Вдова воина-интернационалиста Липатова Сергея Валерьевна. Милые женщины, желаем вам сохранить память о мужьях и передавать ее из поколения в поколение. Сөз Денис ауданнан қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы майор Имашев Сымбат Ерғалиұлына беріледі. Уважаемые участники боевых действий, дорогие земляки, примите искреннее поздравление в связи с 31-й годовщиной со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам и офицерам. Всем, кто проявил стойкость и мужество и с честью исполнил долг перед Родиной. Честной собственной жизнью. 31 год прошло со дня вывода войск из Афганистана. Но наши сердца до сих пор помнят всех героев, кто мужеством и отвагой стоял на страже на протяжении долгих лет. Всем вам, уходящим из отчих домов, еще совсем молодыми, вернувшись на орденах и медалях.
Всем, кто нашел покой на афганской земле, посвящается этот день. Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для молодых поколений. Мы склоняем перед вами голову мужественными земляками, павшими и живыми, перед всеми, кто до конца стоял верен своей стране. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить и вечно помнить отважных мужественных солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечества. Афганцы – настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь и слава им! От всей души желаю вам и вашим семьям добра и счастья, мира и достатка, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за внимание. В 1978 года в Афганистане произошла революция. Организатор переворота Нурмухамед Тараки сформировал просоветское правительство. Правил он недолго. Страну сотрясли народные волнения, в провинциях вспыхивали мятежи. После контрреволюционных выступлений в Герате Тараки попросил у СССР военной помощи, которая была обещана взамен на обязательство прекратить репрессии и внутриклановые споры в Народно-демократической партии Афганистана. Но воспользоваться военной поддержкой Союза Тараки не успел. 17 сентября 1979 года он был расстрелян по приказу Хафизулы Амина, ближайшего сподвижника и главного конкурента за место у руля НДПА. Сразу же после совершенного переворота Амин, как и казненный по его приказу предшественник, попросил помощи у СССР. 25 декабря 1979 года колонны 40-й армии пересекли по понтонному мосту реку Амударья, по которой проходила советско-афганская граница. В это же время в аэропорту Баграмы высадились десантники 103-й гвардейской ордена Кутузова 2-й степени Витебской воздушно-десантной дивизии. Через несколько часов они выдвинулись к Кабулу и взяли под охрану стратегические объекты в афганской столице. Амин публично поблагодарил советское руководство за оказанную помощь, но втайне отдал командованию 2000-го гарнизона, охранявшего президентский дворец, приказ готовиться к обороне. Амин понимал, его дни сочтены. Устроив массовые чистки, он поставил страну на грань гражданской войны, практически утопил ее в крови. В любой момент на волне недовольства диктатором к власти могли прийти антисоветские силы. Это значило, что вскоре у границ СССР неизбежно появятся американские ракетные базы. А этого союзное руководство допустить не могло. Ночью 27 декабря 1979 года спецназ КГБ при поддержке 154-го мусульманского батальона 15-й отдельной бригады спецназа начал штурм дворца Амина. Операция «Шторм-333» закончилась разгромом 2000-го афганского гарнизона и гибелью Амина. Отечественная пресса о штурме не сообщала ничего. Десятки тысяч тогдашних советских школьников и представить себе не могли, что совсем скоро они отправятся в далекую страну, которую вряд ли бы самостоятельно отыскали на карте. Но время пошло. Решение об отправке войск в Афганистан обратной силы не имело. Но
середине 80-х советские войска в Афганистане уже воевали не так, как в начале, то есть не по стандартам большой войны. В бой все чаще шли не мотострелковые дивизии, а небольшие разведывательные подразделения. Обычных призывников сменили подготовленные, физически выносливые бойцы. Соответственно, спортсмены, да еще и разрядники, сразу попадали в зону особого внимания. Часть из них после тщательного отбора направлялась в Фергану. Там в течение полугода бойцы отрабатывали рукопашный бой, получали навыки овладения всеми физическими обучениями, а еще и гоняли до изнеможения. Они должны были быть физически готовы перед испытаниями высокогорья. Фергана – это страшнее, это ужас вообще. И даже я со всем своим боевым борцовским духом, я не все там выдерживал. И эти кроссы, истощения. Много рукопашки, переползания, стрельба. Причем, если что-то кто-то не уложился, если взвод во что-то не уложился, то обратно на стрельбище там бежит там. Все равно, вот уже как зомби ты едешь в этот Афганистан. Они ждали отправки в Афган как избавление от кошмаров учебки. Думали, хуже уже не будет. И только когда комбат отдал приказ одеть парадную форму и сделать портретное фото, в душу закралась тревога. Прямо на территории этого полка фотография возле КП. Приходишь, там тебя, я не помню, стоило это денег, не стоило, ну, какое-то там что-то в рублях, там сколько там, может, мы платили. Ну, одевали берет, тельняшку, парадку и фотографировали. И там под низом было написано «Фергана», там учебный полк, десант. Нам потом еще объяснили, как бы, ну, старые там люди, что, в общем, если погибнешь, то эта фотография будет использована на твоей могиле. Прямо с самолета их доставили в клуб воинской части. Там офицер-десантник провел собеседование с каждым из прибывших десантниками. После первого же огневого контакта отступали в коризы, растительные катакомбы, уходящие в землю вглубь на несколько километров. В панике духи оставляли после себя целые склады вооружения. Его взвод попал в засаду. Душманы зажали ребят в ущелье. Десантники были сбиты с толку. Они не понимали, зачем духи почти сутки сражались за ничего не значащую для них высотку. Зачем положили почти всех своих? Кто убили, да? Только после допроса пленных... Покоренных однажды небесных вершин, по ступеням обугленным, на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 прощайте, горы, остальные грамоты. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 прощайте, горы, банки, день. Чем наша боль и наша слава, чем ты, земля Афганистана, искупи слезы наши лет. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью в ног. Мы уходим, 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 прощайте, горы, банки, деньги. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили людей. Вдруг спиртовую дозу дели на троих, столько нас уцелело. В лихом рассвет сводит третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 прощайте, горы, банки, дни. Что мы имели, что отдали, на
дюжину строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде, только разве под властью науки Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили? Врага, какого не добили, добили, оставили друзей. Не для песен, не ради славы вы вступили на дымные травы. Знали парни, трудна задача, знали то, что нельзя иначе. Только верили парни твердо, пронесут честь солдата гордо. Не для песен, не ради славы вы упали на горькие травы. Словно нить порвалась тугая, журавлиная дрогнет стая. И становится сердцу тесно, вы останьтесь, парни, песня. Светила несмело тесную комнатку в центре столицы. Девочка белая платье надела и перед зеркалом стала кружиться. Вальса легки и прозрачны движения. Танцевала когда-то. Что же теперь своему отражению шепчешь, Офелия, восьмидесятых? Белый танец,
как же это так нечестно? Где ты, русский мой, афганец ждет тебя, твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружиться. Белое платье белело напрасно, краски смешались в горящей долине. Бинт перевязочный, белое с красной. Слезы невесты во вдовьем проклятии вдруг превратились так просто и страшно. Будьте вы прокляты, белые платья, белые флаги надежды вчерашней. Белый танец, как же русский мой афганец ждет тебя, твоя невеста. Возвращайся, возвращайся. Ратного дела. Пусть это вам не однажды приснится. Девочка белая платье надела и перед зеркалом стала кружиться. Слышите в медь полкового оркестра бемолем ворвался крик не дождавшийся русской невесты. Страшная музыка белого вальса. Белый танец, как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец, ждет тебя твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружиться. Белый танец, как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец, ждет тебя твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружиться. Как же это так нечестно? Ждет тебя твоя невеста. Националисты, в то время, когда вы были далеко от дома, вас ждали родные и близкие, и, наверное, не раз вам снилось любимое село. Thank you.
бабамның сөзі өшке. Судаков с песней «Путь». Вперед, честь не просто слова. Ты до звезды достанешь с самого дна. А за звездой тысячи глаз, а за звездой солнце за нас. Окинешь взглядом весь долгий путь, шагнешь в огонь, разрывая замкнутый круг. Путь воина, знамение, право остаться на линии огня без боли и без сомнений. Путь чести, силы желания не сдаться. Нам никогда не позволят встать на колени. За нами правда, а впереди лишь горизонт и долгая дорога, с которой не свернуть, но по-другому нельзя. Это не просто долг, пока мы живы, это наш путь. Путь по знакам, знамениям судьбы. Сон, но ты выиграешь бой за право остаться собой. Каждый день, как последний вдох, выдох, смерть и любовь. Вчера в сводках ты умер, сегодня живой. А на рассвете солнце, глаза. Это не слезы, нет, это роса. Вошел в пасть тигра, зажег всем свет. Ты один на пути, зла больше нет. Thank you.
героям войны. Путь по знакам, знамениям, по знакам, знамениям судьбы. Зная свой рай, только живи, только живи. Не умирай. Путь по следам великой любви. Великой любви. Путь по знакам, знамениям судьбы. По знакам, знамениям судьбы. Песня «Отан» она в исполнении Светланы Медведевой.
афганская война. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ею огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той, никем и никому не объявленной, героической и трагической афганской войны. Құрметті ардагерлер, қатысушылар, қатарларыңыз тереме, елдің рухын көтеріп, жылдан жылға аман-есен жүре беріңіздер демекпіз. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Дорогие участники, приглашаем всех в воскресенье 16 февраля 18:00 на просмотр фильма «Прорыв», а также, пожалуйста, просмотрите выставку, подготовленную историко-краеведческим музеем. Всем спасибо!